У них есть какая-то своя эстетика. А ты работаешь где-нибудь? Где-нибудь не работаю. Не планируешь полететь? Куда? Сегодня улетаю. Лёш, куда ты улетаешь? Дубай, что ли? Ого, круто! С кем ты будешь жить? Я улетаю 9 числа тоже в Дубай. Ты один летишь или с кем-то? Мне сегодня сон приснился. Я тебе потом расскажу, что мне приснилось. Все 20 минут там. Класс! О, так встретимся. Да, вот. То что? Юзер, то что? Человек, который смог заработать один раз, может заработать еще много-много раз. Знаете, почему? Потому что это умный. Потому что это умный. И очень у многих есть убеждение такое, что... Вы читали, например, Киосаки? Он говорит то, что у очень многих есть такое убеждение, что, условно говоря, ты куда-то уйдешь, у них всегда есть куда вернуться. Я не вернусь, если у меня не получится. Вот. И я полностью согласна. Как считаешь, считаю, что да, есть, потому что у меня есть реально много друзей. Мужского пола, и у тебя все хорошо. Спасибо. Чем брови оформляешь? Карандаш от Vivien Savo, 03 оттенок. Hello from Kosovo. Kosovo, привет. Много не бывает. Tap to screen, Настюш, здравствуйте. Как это сказать, у меня есть много хороших приятелей. Ну, вообще, по факту, я считаю, что у меня нет друзей. Ни одного, у меня нет друга или там подруги. У меня просто много хороших людей. Вот и все. Я не хочу вообще использовать слово дружба, потому что для меня это что-то... Это что-то как, не знаю, как муж. Вот для меня друг, это как, например, муж. Это что-то супер ответственное, супер важное. Ты 9 июля вылетаешь? Да, Лёш, да. Ну вот. Крутое мышление, Дэн, спасибо. Хотите поиграть или нет? Или не будем ни с кем играть? Оля, здравствуйте! Здравствуйте! Играй! Нельзя. Мне TikTok не разрешает никого приглашать. Друзей много не бывает, бывает много хороших знакомых. Да, с тобой поиграть, юзер, нет. Поли, привет, как дела? У меня все хорошо. О, май гад, май дир Майк, thank you so much. It's very beautiful. Пока-пока, Майк, пока. Только со здоровьем и там, короче, что-то очень серьезное. А так это просто все мелочи.
против быка.